Добрый вечер, друзья. Едем мы в гости. Темнеет. Ну, вообще не поздно. Сейчас где-то часов 6. И место, в котором мы с вами находимся, это типичная такая американская заправка. Ну, как заправка. При заправке есть магазинчик. Вот вы видите, там заправка у меня за спиной. Шеврон в данном случае. Я не случайно показываю эту заправку, потому что на обратном пути мы заедем еще на одну. Несколько необычную. Это обычная. И на обычной заправке, ну что, бензин продают, да? Значит, почем у нас нынче? Где цены? А, вот. Да, ну, не в ценах, вот какой у нас бензин продают? Вот у нас есть 87-й, 89-й и 91-й. Ну и цены там, конечно, а где ценник? Я что-то не вижу. Ты видишь ценник, нет? Где? А, вот, вон он ценник, вот, да. Ценник у нас вон там. Сейчас я наведу камеру. Вот вы видите ценник. Мы по дороге видели и подешевле. Я бы сказал так, центов на 50 даже видели дешевле бензин. Но мы в таком месте, несколько уединенном. И тут конкуренции особо нет. Вот, соответственно, платим как есть. Ну, друзья, до встречи на необычной заправке. А вот мы, друзья, и на обратном пути. Около 0 градусов по Цельсию морозит. Да, другая заправка. Мы специально сюда заехали для вас. Смотрите тут. Это просто вот бензин. Просто бензин. Ничем вас не удивишь. А вот этим я надеюсь вас удивить. Смотрите-ка, что у нас здесь. Давайте я поближе подойду. Здесь у нас есть бензин с октановым числом 100. 98, 96 и 94. Вы скажете, а кому нафиг нужно покупать бензин с октановым числом 100? А вот, например, гонщику нужно. Да, там вот он выжимает. Так, ну вот 94. А что-то я не понял. Там, наверное, не светится какие-то. Ну да, наверное, чего-нибудь не досвечивает. Поэтому 94-й непонятно что. 96-й, это вы видите, 5,49, фактически 5,50, 6, 7. Вот такие вот тут цены. Возле магазинчика, да? И как раз и машинка, которой нужен такой бензин. А мы едем дальше, нам еще поспать надо. И вот мы тут заправляемся. Для тех, кто не видал еще такой машинки, вот как это. Это у нас... Так, сейчас мы спросим Сашу. Значит, Саш, как называется машинка? Жук. Жук. Как они зовут? Джук. Джук. Я ее зову по-русски. Жук. По-русски. Джук. Но это и спортивная модель. Это Нисма, это спортивная модель. То есть она это... может быть обычный Жук, Nissan. А может быть, может быть Нисма. Нисма – это спортивный вариант. Нисма – это спортивный вариант. Хорошо, поняли. Сиденье, спортивный другие, вариант. Думаете, этот, общем, да, думаете, у нее две двери? Так у нее все четыре. Вот тут у нее дверь, смотрите. Так, раз, два. Такая вот, такой интересный жучок. Вот мы вчетвером тут, все довольно крупные, нормально помещаемся. Ну, хорошо. Значит, если кому нужен будет такой бензин, вот найдете. Ну, это для гонщиков бензин. Для гонщиков. Но все равно, знаешь, вы кому-то, может быть, захочется просто лишних там пару боксов потратить и кататься хорошо. Нет, разница большая. Ночь. Видите, что творится? Ночь. Встретили мы старый Новый год и начинаем его проживать.